Починаючи з 12 годин, пляцовку отдали прихильникам вуличных видов спорту. Спаборничали брейкдансеры. Специальные перешкоды усталявали для аматоров паркуру, роликовых коньков и велосипедов BMX. Каждый показал выники своих тренировок, складанные труки и элементы. Открытый кубок Гомеля по BMX собрал амаль 30 райдеров из всей Беларуси. Их поделили на две группы – аматоры и профессионалы. Каждому давалась только одна хвилина, каб уразить жюри своим майстерством. Мы оценивали по сложности трюков, по количеству и по качеству их исполнения. Уровень ребят растет каждый год. В этом году были очень крутые трюки. Змогли глядачи убачить довольно складанные элементы. Сальто назад с разворотом на 180 градусов у Беларуси могут сделать немногие. Один из их – райдер из Могилева Александр Фоминых. Каже, головное при выполнении таких складанных элементов – перемогчи страх. Трюк довольно-таки, ну, технически сложный, но больше он страшный. То есть тут, ну, нужен моральный дух. Я рад, что у нас в стране такое происходит, потому что я катаюсь далеко не первый год, как бы 7-й год. Вот, и получается, ну, у нас в стране редко проходят мероприятия, но радует то, что они вообще проходят. А в этом году вот это первый ивент, который прям зацепил. Покуль вызначали пераможцу сярод велосипедистов, свое майстерство володанне мотоциклом продемонстрировали стантрайдеры. Проезды на одном коле и спаленные шины. Завершением вечера стал великий танцевальный марафон, у яким приняли удел гомельские и столичные музыканты. Увогуле день молоди у Гомеле отзначили на выдатно. В этом году очень большой размах при проведении вот этих праздничных мероприятий. И уже вот общавшись с нашей молодежью, вот уже по итогам проведения вот некоторых мероприятий, очень хорошие положительные отзывы. Молодежь хочет, молодежи это интересно. Ну, это самое главное для нас. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель».